I'm gonna mention that documentary when you're ready. And I'm, we're gonna do the Diamond Mountain presentation on a different day because it's too much. It's too much. It's too much. Are you ready? We're ready when you are. Okay. Okay, you guys ready? Ребята, ну что, вы готовы? Here we go again. Ну что, поехали. One small announcement. Okay. Одно маленькое объявление. Я прошу прощения, что их так много. Правда, сожалею. So I guess about a year ago, где-то год назад есть такая знаменитая продюсерская компания Spiro. Они очень знаменитые, а они номер один в киноиндустрии. Они продают больше кино, чем Marvel или Мстители. Они номер один, в общем. И одни самые лучшие в Латинской Америке. И владельцы недавно, они... были судьями на Каннском кинофестивале, поэтому они из лучших в мире. И также они создают невероятно классные фильмы. Они очень популярны в Netflix. Их кино очень популярны. Они подошли ко мне, обратились ко мне и Сэджи, и мы поговорили с ними и сказали, почему бы мы не создать кино про Гиша Майкла для Netflix. И мы сказали, ну, вроде неплохая идея, ну, дайте нам больше деталей. Они сказали, да, мы сделаем вам предложение. Они не связывались с нами, потом они нам позвонили, у нас была встреча в Zoom, и они сказали, так, мы хотим снять фильм Netflix, это будет фильм про Гиша Майкла, и у вас есть два выбора. Я сказал, не доверяю я этим всем кинокомпаниям. И говорил, что за два выбора? Они говорят, первый. Мы сделаем фильм пропаганду. Даже мы можем тебе парик предложить, вот такую накладку из волос специально. Не будет здесь лысина ваша сиять, не переживайте. Я такой, мне нравится. Вы будете выглядеть на 20 лет моложе. Я говорю, прикольно, круто. Он говорит, мы говорим хорошие вещи про тебя, никаких плохих новостей, все только хорошее. Я говорю, мне нравится. И они говорят, или же? Я такой, вот что-то мне не нравится уже это или. Второй вариант. Я сказал, ну какой же второй вариант? У нас есть идея. Они знаменитые производители фильма, и они очень успешны. И я понял одну вещь про фильм. Это то, что я ничего не понимаю про киноиндустрию. Как делается кино. Я понял, что я вообще ничего не знаю про это. И я понял, что это очень особенное знание. Это как сутра. Нужно много лет, чтобы тренироваться, обучаться этому, чтобы понять, как все это происходит. Я спрашиваю их, ну что вы хотите предложить? Итак, мы с вами будем ездить по всему миру. Мы выберем несколько людей, 4-5, которые вообще вас не знают. Ну, или, может, знают только очень плохо. Они не знают вашей системы. Практически не знают вашей системы. Это люди, которые сомневаются, может быть, о вашей системе. Хороший был учитель и не очень. И где-то в течение одного года они будут выбирать определенную цель в своей жизни. Не знаю, они хотят выйти замуж, завести жену, завести детей, основать бизнес. В общем, у них есть некая мечта в жизни. И потом в течение года вот эти четверо или пять человек, они будут постоянно общаться напрямую с Гешела. И все это будет сниматься, это будет кино. Они должны дать свое согласие. У них будут встречи с Гешела. Да, может быть, онлайн, в Зуме. И Гешела будет выслушивать мечту каждого, выслушает и будет давать им свои советы, предложения, которые будут основаны на четырех шагах, основанные на писаниях. И тогда посмотрим, работает ли вообще это или нет.
И они сказали, вот это рискованно, конечно же. Может быть, не получится. Может быть, люди скажут, о, Гиша Майкл вообще уже свихнулся. Давай попробую один год, что он говорил, и ничего у меня не получилось. Все это бесполезные штуки. И они говорят, ну, хватит нам смелости попробовать второй вариант. И я такой, да, давайте сделаем второй вариант. И мы начали ездить во все страны, в разные страны. И мы выбираем, присматриваемся, выбираем четверых или пятерых. И недавно мы были в Перу. И это, кстати, там, откуда эти режиссеры. И мы поговорили, ну, я давал, выступал перед аудиторией 1500 человек. И в одном из национальных бизнес-университетов. У них такие же... их основал Стэнфордский университет, и это такой национальный университет национального бизнеса. И также были приглашены военные, военно-морского флота, военно-воздушных сил. И это было очень классное выступление. Мы делали объявление. Мы говорим, если вы хотите попасть в Netflix, поучаствовать в съемках кино, то Геша Майкл будет помогать вам в течение одного года, чтобы вы смогли достигнуть своих целей. Пожалуйста, есть ли среди вас волонтеры? И мы подходили, спрашивали, готовы ли вы, хотите ли вы быть подопытной свинкой, хотите ли вы попробовать? Геша Майкл будет общаться с вами в течение года и поможет вам достичь цели. Итак, первый вопрос, который у меня сегодня. Если вы хотите быть тем человеком, кто пришел в это Киото, хотите ли вы попасть в кино с дедушкой? Будьте очень осторожными, я вижу, все хотят. Тогда придется переходить на план номер два. Там есть бумажки. Вы можете написать на них свое имя, ваши данные, как с вами связаться. Это будет после сегодняшнего занятия. И когда вы будете выходить, берете листочек бумажки. Если вы хотите стать этим человеком и с этой самой встречи, просто напишите ваши данные, и мы с вами, и мы выберем одного человека. And we chose the person from South America. Мы выбрали человека в Южной Америке. У нас было примерно 300 заявок, и мы проводили интервью со многими. Я лично сам общался с ними, со многими. И мы выбрали кандидата из Южной Америки. У нас уже есть небольшое кино про него, и я думаю, что вам будет интересно увидеть, кого мы выбрали. Представляете, из всего континента Южной Америки. И вы можете услышать немножечко про его мечту. Какая у него мечта? Вы готовы? When you achieve that greatness you've always wanted, you're like, is this it? What next? Когда вы достигаете чего-то большого, вы чего-то все время хотите. Nurturing things like a family or a relationship. Вы мечтаете о таких, как о семье или об отношениях. Деньги — это ментальный отпечаток, и он только может быть создан, когда вы служите другим и помогаете им с деньгами. Это должно стать вашим инстинктом. Майкл Роуч — первый человек, западный человек, получивший степень Геши, который стал миллионером, применяя эту мудрость в алмазном бизнесе. И теперь он хочет помочь вам. Есть такая культурная нестыковка. И когда вы говорите людям, что они могут быть естественно успешными, они просто начинают адаптироваться.
Вот как вы просветляете этот мир. Ваши мысли также происходят из семян в вашем сознании. Это самая важная вещь и самая ужасная вещь. Это заботиться о других людях. И это то, что мы делаем против интуиции. Неинтуитивно. Я думаю, что мы поймем, что все, что мы хотим создать более лучшую жизнь. И давайте посмотрим, что произойдет. Он мудрец, он бизнесмен, и он рок-музыкант. Я думаю, что это за люди, и вещи такие красивые, и вещи такие удивительные, и мне хочется плакать от этого. So the one man from Peru. Итак, у нас есть с ним связь? Кристиан, есть у нас с ним уже съемка? Он из Перу. Я хочу показать вам первого кандидата, которого мы выбрали, из Южной Америки. Когда будет готово, скажите. Он невероятный, необычный человек. Хорошо. Давайте займемся тем, для чего мы вообще сюда пришли. Ребята готовы? Да, вы видите на... Итак, мы говорим о значении лоджонга, как его выполнять. Сейсава означает, когда вы изучаете лоджонг, и когда вы завтракаете, вы заботитесь о своем теле, которое уже принадлежит другим людям. Ваше тело — это собственность других людей уже. Если вы занимаетесь деятельностью бодхисаттвы и занимаетесь образом жизни, идете образ жизни бодхисаттвы, то тогда вы уже отдали свое тело другим людям. Оно больше не принадлежит вам. Если вы на самом деле решили следовать этому пути бодхисаттвы, то вы уже отдали свое тело и ваше сердце. Вы уже все это отдали. Вы отдали свою жизнь другим людям. И потом происходит забавная вещь. И это ваша ответственность заботиться о собственности других людях. И вы должны заботиться об этой собственности, и у вас должен быть хороший завтрак. И заботиться о своем уме, потому что он больше вам не принадлежит. Это словно вы одолжили машину у ваших друзей. Вы одолжили машину, и вы нельзя ее испачкать и вернуть в таком виде. Вы должны позаботиться о ней. Заботьтесь об этой машине. Теперь, когда вы достигаете этого места в Ламрими, и вы принимаете решение, ну ладно, мне нравится, как этот идеал бодхисаттвы звучит, я хочу быть хорошим бодхисаттвом, у меня есть новости. Вы не являетесь больше владельцем этой машины. Ваше время, ваше тело уже принадлежит людям, другим людям. И вот теперь это странная такая ответственность. Ешила любит булочки с корицей. Я даже построил специальное кафе, чтобы подавать там эти булочки, чтобы я мог их поедать с удовольствием. Но мне приходится пить вот эти жуткие зеленые напитки. Вот. Потому что мне нужно заботиться об этом теле, потому что я уже не владею им. Оно принадлежит другому. Другим оно принадлежит целому миру. И это, мне кажется, очень красиво. Сын означает завершено, все, вы уже отдали это другим людям. И это больше не ваше тело. Вы не можете уже поедать, что попало, у вас нет на это права.
вы не можете заправлять свою машину некачественным бензином, потому что эта машина больше не ваша. Если, конечно же, вы решили следовать пути бодхисаттвы. Бодхисаттва — это не какой-то там бладхисаттва. Йоу, я бодхисаттва. Вот пейте зеленые напитки. Никаких булочек с корицей. Блин. Выполняйте йогу, как Джон Брэди, как Кони. Они меня смущают, потому что они каждый день практикуют. Я так думаю. Лудисо означает, я должен позаботиться об этом теле, потому что оно больше мне не принадлежит. Я отдал его, я дал обязательство отдать его другим. Вечно, вы будете обучать алмазному миру, вы отдадите мне обеты бодхисаттвы. Да, так что вы должны заботиться о своем теле, вы должны заниматься йогой, упражнениями, вы должны кормить его хорошо, потому что оно принадлежит миру, оно больше вам не принадлежит. Кстати, не бойтесь и не сомневайтесь. Когда вы отдаете ваше тело всем, это кажется правильно. Это как будто вы даете половину своего дохода бедным людям. Чувствуется очень хорошо. Чувствуется, ну, наконец-то я делаю правильную вещь. Наконец-то я делюсь вот этим телом с другими людьми. И вот это правильно. Этот поступок правильный. Это правильно делиться деньгами с другими. Я купил вот это кольцо сегодня, $9000. Моя жена еще не в курсе. Тихо. Вот расскажу ей, когда она будет в хорошем настроении. Поведу ее в красивый ресторан. Ну, я сейчас приготовлю вкусную еду. И скажу, я тут колечко прикупил за $9000. И она скажет, ну хорошо, 3000 уйдут в ICI. И есть, и это длинная история. Это вообще длинная история про это кольцо. И вкратце. Парень в Англии, старик, он сказал, что он купит металлоискатель. Она говорит, для чего? Он говорит, я поеду на пастбище там, коров, и буду искать старые вещи. Она говорит, господи, все, потерял зря деньги, теряешь зря время. Я покажу вам. Он такой старый, суровый парень. И он приобрел этот металлоискатель, и он нашел вот это кольцо где-то там под землей. Ему 1000 лет. И в нем он инкрустирован бриллиантом. И там написано на старофранцузском, может быть, после войны, не знаю, как оно попало в Англию, и там написано «Храни мне верность, как я храню верность себе» на старофранцузском. И поэтому мы решили создать такое кольцо, основанное вот на этом старом кольце и алмазом. Да, оригинально там был кристалл, потому что не обработанный, потому что они не знали, как обрабатывать алмаз, как гранить его. Но это, вы знаете, что алмаз очень-очень мощный. Он может поцарапать любую вещь. И мы сделали копию. И есть одно у моей жены, есть одно у меня. И мы храним верность. И мы выкупили за 2 года, потому что мы могли сразу 2 купить. И поэтому мы оба носим это кольцо. Поэтому я поощряю вас, если вы купите, то это пойдет на благотворительность ICI. Эти учения бесплатны. Я отправился в United Airlines в Нью-Йорке. Я сказал, я из ICI. Они говорят, ну и что? И я говорю, мы не берем деньги. Все наши учения абсолютно бесплатные. Они говорят, зачем вы вообще нам об этом говорите? Я говорю, мне нужен бесплатный билет, чтобы поехать в Киото, что-то типа того. И потом они такие, так, извините, мы такого не делаем, не занимаемся таким. Нам приходится все еще летать. Я, правда, попросил их, честно признаюсь вам в этом. Они так сказали, не очень вежливо. Поэтому нам нужны, конечно же, деньги, чтобы оплачивать все эти расходы на путешествие. И все вот эти люди... Они постоянно едят, нужно... Мы говорим, мы из ICI, мы бесплатно даем учения, и покормите нас бесплатно. Они нас буквально выбросили из этого ресторана. Конечно же, нам нужны деньги, нам нужно летать, нам нужно платить учителям.
Вот если вы купите, это, кстати, очень хорошая удача обладать алмазом. Это очень мощно. Если вы, я использую для медитации вот это кольцо. Если вы не купите такое... Мы, кстати, на прошлое, вчера раздавали алмазы всем, всем выпускникам. Все получили бесплатно алмаз. Это важно иметь алмаз. В любом случае. И это красиво. Он говорит, даже если вы занимаетесь практикой алмазного пути, это то же самое, как вы едите пищу, у вас есть ответственность питать ваше тело, хорошо кормить ваше тело, потому что вы уже его отдали. И у вас есть ответственность также питать свой ум и наполнять его самыми бесценными учениями, чем является алмазный путь. Это очень красиво. И это не ради себя, это вы делаете ради других. Это как заправьте вашу машину самым лучшим, самым качественным бензином. Машина, которая принадлежит вашим друзьям, и пусть она будет у вас всегда чистой. Заботьтесь о своем теле, пейте зеленые напитки, которые, кстати, ненавижу. Я хочу, чтобы это тело послужило мне. И я вот уже, мое тело разваливается. О чем говорят старые люди, когда мы собираемся? Как вы думаете? Так, ты пошел к новому врачу? Да. Понятно. Поэтому заботьтесь о своем теле. И когда вы заботитесь о нем, подумайте, оно больше не принадлежит мне, я позаимствовал его. Оно принадлежит всему человечеству. Это тело принадлежит всему человечеству. И для ума это не зеленые напитки. Для ума это алмазный путь. Вы должны напитать его алмазным путем. Потому что это не ваш ум. Вы получили его. Вы обещали, вы уже отдали его другим людям. Он больше вам не принадлежит. Если вы удерживаете его, да? Вы заботитесь об этом теле, вы заботитесь об этом уме. И это ваша ответственность заполнять его самыми сладкими вещами, потому что оно вам больше не принадлежит. И что самое сладкое? Спросите Джона, Кони, Гелси и всех этих парней. Попросите их, чтобы они обучали вас алмазному пути. Поэтому заполните им ваше сердце самыми лучшими вещами, ваше сердце, потому что это сердце принадлежит всем остальным. Понятно? Мой учитель задал мне один раз красивый вопрос, и это в этом есть цель. Он говорит, ты отдал свое тело всем живым существам? Я сказал, да. Я сказал, я пытаюсь. Ты отдал все свое сердце всем живым существам? Да. И он говорит, тогда тебе нужно хорошо питаться, и тогда ты должен наполнять свой умом сладкими вещами, глубокими учениями. И он сделал очень красивую вещь, я поделюсь этим с вами. Он говорит, а ты есть один из всех этих существ? Я такой, да, конечно же, я тоже одно из всех этих существ. Он говорит, ты сам являешься владельцем вот этой акции твоего тела и также твоего сердца. И есть много акций Геши Майкла, и у каждого есть своя доля. Каждое живое существо на этой планете, миллиарды этих существ, они являются акционерами, держателями акций Геши Майкла. Даже Геши Майкл. Одна маленькая акция. Ума Геши Майкла, сердце, и это ответственность Геши Майкла позаботиться о Геши Майкла ради Геши Майкла. Если вы станете Будды, это лучший способ получить Геши Майкла. Поэтому у вас ответственность позаботиться о Геши Майкле. Здорово, правда? Вы готовы, ребята? Готова запись? Видео? Так, еще нужно. Это правда, вот понятно, что занимается фильмом. У них мантра такая. Еще пару минут. Следующий абзац. Если врач... Кстати, каждый из этих...
Так называется, он просто перескакивает из одной красивой вещи на другое. Он пытается поехать, заглянуть в Лувр в Париже. Так, Татьяна. Вы посещаете Лувр, и там и вы останавливаетесь, выпиваете чашечку кофе. Там слишком много красоты в Лувре. 22 прекрасных, красивых совета. И седьмая, это седьмой пункт Ладжонга из семи частей. И если врач пытается помочь вам, дает вам лекарство, если оно вам не помогает, чактарва означает пускание, кровопускание. В старые времена они все время пускали кровь. Они это так лечили почти все в старые времена. Есть два способа, которые вы можете сделать. Можно, соответственно, через вену или сажают там специальную такую пиявку. Их называют те, кто лечили пиявками. И они высасывают эту кровь. И вроде как говорится, они высасывают вашу плохую кровь. Типа червяка, да, они сказали. Мы назвали кровопускание, на английском мы говорим. Sick означает Марк Себастьян. Они сжигают ваш череп. Я был переводчиком у двух великих врачей. И я переводил им примерно 5 лет, когда бы они приезжали в Америку, я все время переводил для них. И я видел, как они это делают людям. Как акупунктура, иглоукалывание, это такая золотая игла. И они, я видел, как они какой-то богатой даме делали в Нью-Йорке. Это было прикольно, потому что она была в ужасе просто. Они затыкают иголки, потом накрывают это такой хлопчатой бумажной тканью и поджигают ее. И иголки, они нагреваются, но тебе не вредят, и это влияет на вашу прану, проникает каким-то образом в вашу прану. Или вата, да, кожа, вата. То есть доктора пускали вам кровь, или Марк Себастьян, как они поджигали вас. И есть очень классный антидот, противоядие. Если доктор не может вылечить ваше сердце, они могут использовать секретное противоядие, секретный антидот. Как называется это? Лоджонг. Даксэмный анджэн. Да, обмен себя на других. Если врачи видят, что вас невозможно вылечить, что сердце ваше слишком охладело и никогда оно не изменится, тогда они применяют абсолютную медицину, абсолютное лечение, и это Лоджонг. И это Дакшен Нямдже. Относись к людям так, словно они имеют равные права на счастье, и отдай свое счастье им. Дакшен Нямдже. Это сложное слово «качепа» означает «служит цели». Если у вас нет молотка, вы можете использовать какую-то тяжелую трубу или тяжелый кусок дерева. Поэтому в тяжелых ситуациях вы можете использовать камень, чтобы забить гвоздь. Вот это называется слово. И он говорит, так, картинку мне на экран. Там-да-дам! Картинка! Появись! Да. В американском английском мы называем нож швейцарская армия. Швейцарская армия придумала особенные ножи для своих солдат. И там все внутри есть. Все там находится внутри. Многофункциональный нож. Можно сказать тысячу вещей. Они, кстати, очень клевые. Вы можете приобрести их. И если вы часто ходите в походы, то вот это просто рай, необходимая штука. Вы можете резать им, и можно есть с помощью них.
и можете даже... Можно делать все, что угодно. Даже там, по-моему, зашивать что-то можно. Классная штука. Итак, $100. Теперь все такие проснулись сразу, резко. $100. Что олицетворяет собой этот нож? Так, не говорите. Будьте мудрыми, просто поднимите руку и заберите деньги. Где вообще ты? Али? Выберите кого-нибудь. Спасибо, Гешила. Я думаю, что этот нож олицетворяет все виды. У нас есть бодхичитта. Мы можем... И у нас множество методов, чтобы помогать разным людям. Да, здорово, Ладжон. Верно. Итак, кочик чоджан означает один нож, который может сделать все, что угодно. Достаточно одного ножа, не нужно миллион вещей. Лично я хочу показать вам этого парня, которого мы выбрали в Перу, чтобы он появился у нас в кино, в Netflix, потому что мне кажется, он очень-очень классный. Это было такое сложное решение. Кстати, вот он с ним появился, давайте ему поаплодируем. А, команда. Вся команда, которая работала над этим, Рикардо, Алонсо. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на маленький кусочек интервью. Надеюсь, он выживет. Una vez que se inicia la pandemia, salíamos a patrullar todos los días. Yo no iba a mi casa. Я только покупал еду. Я 6 месяцев, впервые за 6 месяцев я увидел своих детей. И это к концу года это создавало большой разрыв между нами. Начались личные проблемы в семье. Моя жена увидела, что я не возвращаюсь домой, и у нее возникли идеи, что я ей изменяю, что у меня есть другое место, куда я хожу, другая семья. И все вот эти вещи, они просто лезли ей в голову, она постоянно думала об этом. И это, конечно, ухудшило наши отношения. И чтобы не компрометировать наше ментальное здоровье и здоровье наших детей, мы решили разойтись. Я даже не попрощался со своими детьми. И вот эта сцена, она такая очень сильная. Я просто принял решение уехать и не создавать еще больше конфликт. И фактически 2 года я уже не видел. И это меня разрушает. Не только эмоционально. Это стало отражаться на моем теле, на моем весе. Я весил 120 килограмм, и все становилось только хуже и хуже и хуже. Мне помог спорт. Помог мне пройти через эти сложные времена и ментально, и, конечно, физически. Когда Кеша начал говорить о 4 шагах, сразу, внезапно, в уме, я понял, до чего я живу, я как-то соединился в этом моменте, потому что это очень ко мне относилось. Что это за семя, которое я должен посадить? И вот тогда возникло желание снова заниматься спортом. И это было такое облегчение. Я начал чувствовать себя хорошо. И внезапно это стало семенем. Я уже сеял семена. И Геша Майкл сказал мне, ты вот здесь находишься сейчас. А вот твоя цель, она выше, а ты можешь намного-намного больше. Мне это понравилось. И я начал видеть свои способности, свои возможности. И до настоящего момента я не чувствовал, что я должен что-то сделать.
не могу что-то сделать, чтобы можно было видеть моих детей. А теперь я вижу, как вот это соединение, и как я могу сделать эти вещи для них. Чтобы дети видели, что их папа, он железный человек. Я надеюсь, что к концу этого года, к концу года достичь вот этих целей, которые поставлены в курсе. А что касается семьи, я бы хотел снова возобновить отношения со своими детьми. So he has a health goal, and he has a goal to... Поэтому у него цель по здоровью и цель соединиться со своими детьми, быть со своими детьми. Поэтому мы должны посеять эти семена. Если есть у вас, ребята, какие-то... есть какие-то предложения по поводу... потому что для меня это большое, большое такое давление, потому что Netflix меня будет проверять. Буддизм — это сложно, а Netflix еще хуже. Дедушка под давлением. Итак, у вас есть на вас ответственность. Как только вы отдали ваше тело другим людям, как только вы отдали свой ум другим людям, на вас лежит ответственность до того, перед тем, как вы сделаете что-то, и после того. То есть все, что вы делаете в течение дня, до того, как вы делаете это, у вас одна ответственность, и уже после того, как вы что-то сделали, у вас другая ответственность. У вас другая ответственность. И что означает «до того»? Кулун. Повторите. Кулун Чопа. Означает любая деятельность важная, которую вы делаете в течение дня, после того, как вы дали обязательства выполнять ладжунг, приняли на себя эти идеалы бодхисаттвы, и вы, например, занимаетесь каким-то проектом, выпускаете журнал, у вас работа какая-то, какой-то проект семейный большой. И если вы бодхисаттва, то вы должны остановиться на одну минуту перед тем, как что-то сделать. Перед тем, как вы идете на работу, перед тем, как вы начинаете делать йогу, вы должны остановиться и сказать: я делаю это для всех. Я делаю это для каждого, потому что все владеют моим телом, все владеют моим сердцем. И сегодня я буду работать 8 часов или около того, и я буду выполнять эту работу ради всех. Я делаю это ради всех. Кунлун Чопа означает, когда вы начинаете ваш день, вы должны остановиться и сказать: я делаю это ради всех, ради всех держателей акций, акционеров Деши Майкла. Деши Майкл владеет всего лишь одной акцией. Я делаю это для всех, кто владеет акцией. И подумайте о том, что вы делаете после, когда вы возвращаетесь домой. Это посвящение, это кофе-медитация. Я сделал хорошую, я проделал хорошую работу сегодня. Я работал 8 часов или около того, и теперь я буду отдыхать. Кстати, вы должны быть очень строги к себе. И не принимайте решение вот прямо сейчас, подумайте. Но когда вы готовы будете, поговорите с Рой. У нее есть сумочки. Просто не принимайте решение резко. Подумайте. Если вы нарушите, это плохая карма. Поэтому лучше не делать. Если вы не уверены, что вы способны на такое, тогда лучше подождите. Но если вы уже приняли решение, тогда поговорите с Розой и получите ваш замок. Вам он понадобится. Если у вас его нету, в 10:50, 10:15, вы откроете этот и начнете снова смотреть. Проблема с корейскими мыльными операми то, что они бесконечные просто. И в следующий раз, когда мы, в следующий раз мы поймем, поцеловались они наконец-то или нет. Вам придется открыть этот ящик. Но примите это решение, поговорите с ним.
может быть, выставите себе какой-то временной затор, поговорите с Розой. Линдси, она работает. Хорошо. Когда я должен остановиться? Али или Аля? 19, right? Okay. Хорошо. Через пять минут я смогу ответить на ваши вопросы. Крунги Тома. Перед тем, как вы сделаете что-то большое, после того, как вы дадите обещание бодхисаттве, подумайте, остановитесь и подумайте, для чего, ради чего вы это делаете, почему вы это делаете. И когда вы завершаете, то есть все это в банк положите, то есть посвятите. Сегодня я потратил много часов, чтобы преподавая другим, и теперь я буду отдыхать, и посмотрю немножко кино, поужинаю. До 10 буду смотреть, может быть. Но это нормально. Если это не мешает вашему сну. И потом я пойду в постель, лягу спать и посвящу это всем, всем тем акционерам, которые владеют акциями, которые являются держателями акций Майкла Роуз. Две вещи, которые вы делаете, то есть до и после. Следующий абзац. Мне нравятся вот эти слова. Кидунг. Повторите. Кидунг. Первые два слова. Повторите. Есть очень классный обычай в монастыре. Я рассказывал некоторым из вас. Как попасть на курс Геши? Как попасть в монастырь? Есть целая процедура. Это очень строго. Если вы хотите присоединиться к курсу Геши, то у вас должен быть спонсор. Кто-то должен согласиться стать вашим спонсором. И потом, и обычно это кто-то другой человек, который уже Геши, и они приводят вас в монастырь, в офис монастыря, и он говорит, вот, вот мой парень и мой учитель. Я провел с ним 8 лет, и только после этого он сказал, ну ладно, я буду тебя поддерживать. И отвел меня в монастырь, в главный офис, и сказал, я его спонсор. Я обещаю, что он будет вести себя прилично, обещаю, что он не будет не опозорить сангу, и он будет следовать всем правилам, он попытается стать геше, и у них такая большая книга. Они, правда, очень серьезная, такая серьезная церемония. Они говорят, точно? Ты уверен? Учитель, да, да, я уверен. Он говорит, ну ладно, мы записываем его данные в книгу. Да, 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 все в порядке, запишите. И я так испугался, я помню. Марко Рочу. Гелсан знает, что Рочу – это вода, которая выходит в труп. Да, это вода, которая вытекает из трупа. Рочу, значит. Маку Рочу? Да, да. Ну, ладно. Маку Рочу. И они закрывают книгу. Киду Чукпа. И ты должен сказать Киду Чикпа. И должны что-то ударить резко. Можешь Стэнли ударить. И они говорят, теперь ты один из нас. И что это означает? Ки – это означает счастливый, а дук означает страдание. Киду чикпа означает, когда санга счастлива, все мы счастливы. Когда санга страдает, то мы страдаем все вместе. И на французском есть три мушкетера. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Если мы сегодня едим, то мы едим вместе. Если мы голодные, то мы будем голодать вместе. И вот это настоящая санга. Киду чикпа. И мне нравится, правда. Мне кажется, нам следует... Кидук означает... хороший день, неважно, хороший день, или у тебя плохой, ки или ду...
лоджонг. Придерживайтесь вашего лоджонга. Хороший день, лоджонг. Так, делитесь со всеми. Посмотри, какие красивые деревья вот здесь в саду осенью. Посмотри на эту, на эти сакуры. Поделитесь вот этой радостью с другими людьми. Если ковид, или просто одевайте также, носите маску и разделяйте страдания с другими людьми. Вот это и есть лоджонг. Кидучим. И потом он приводит два примера. Он говорит, люди, обязательства людей, обещания людей идеалам бодхисаттвы разрушаются двумя вещами. Они слишком рады, слишком счастливы или слишком грустны. Обещания, которые люди дали вести себя как бодхисаттва, они могут быть уничтожены двумя вещами. Слишком доволен, слишком счастлив и слишком грустный. Вы получили высокую позицию на работе, или получили деньги, большие деньги пришли к вам, или какой-то пост вы заняли, и вот это разрушает ваш удар. Слишком много денег и слишком много успеха. И вы говорите, нафиг мне дарма, я супермен. Я такой красавчик, я богатый человек, у меня такой важный пост, не нужен мне никакой лоджонг. Иногда это разрушает, вот этот успех разрушает лоджонг. И другая крайность. Некоторые люди попадают в неприятности, ужасные ситуации, например, война, или появляется у них какой-то враг на работе, что-то очень ужасное, или ты узнаете, что у вас рак, тогда вы теряете ваши обещания бодхисаттвы, потому что вы так сильно страдаете и так сильно думаете о своей боли. О, Боже, у меня рак, я потерял свою работу, я потерял свой пост на работе, у меня нет больше денег. Слишком много счастья может уничтожить ваш лоджонг, и также слишком много страданий, проблем, они также могут уничтожить ваш лоджонг. Вот эти, когда вот две эти вещи происходят, вы должны быть очень-очень осторожными. Когда вы становитесь знаменитым, все у вас хорошо, вы получаете большие деньги, будьте осторожными. И наоборот, когда вы разводитесь, например, и проблемы с детьми у вас, и дети там плохо учатся в колледже, тоже нужно быть очень наблюдательным и не потеряйте свою практику лоджонг. Не грустите и не теряйте вашу практику лоджонг. Не теряйте вашу веру, потому что у вас произошла большая проблема. И это может быть семя тысячелетней давности. Я спросил недавно врача, что причина рака, а он засмеялся. Он говорит, может быть, ты прикоснулся к пластику. Я такой, что? И вот ты получил, что ты прикоснулся к пластику. И он говорит, вот такие последствия. Что-то в этом роде. Шорва означает «не теряйте вашу практику». Ма шорва. Не позволяйте большому успеху и не позволяйте сильными страданиями и проблемам разрушить вашу практику. Когда в серединке все хорошо, вы становитесь богатым, знаменитым, будьте осторожны. Просто будьте аккуратны с этими парнями из Netflix, когда у вас трагедия, жена от вас уходит, дом у вас сгорел, вы теряете свой бизнес. Просто скажите своему уму, заткнись, все вернется, рано или поздно все вернется на свои места. Нет, не теряйте свою практику бодхисаттвы. Хорошо, я вот сделаю пометку, что мы здесь остановились. Что у нас сегодня? 8-е. И мы выслушаем ваши вопросы. Кто будет выбирать вопросы? У нас буквально 15 минут. Але, хорошо.
小猫，但是它生了很严重的病，就好像马上就要死了。然后它的医生呢，就建议它安乐死，因为他说任何的治疗都会加重它的痛苦。然后我的朋友就不想给它安乐死，安乐死会是。啊，他家蛮孤啊。如果我们跟这个小猫真的要道别的时候，我们怎么帮助它去到更好的地方呢？我们要给它讲彼得故事吗？这就是我的问题，谢谢。问题是什么？猫。Joy, translate slow. Take your time. Yeah. Так, переводите медленнее. У меня есть друг, он или она, у них котята, и кошка очень сильно заболела, очень страдает она, и мой друг подумал излечить ее как-то, способы, чтобы она ушла легко, без боли. Эвтаназия. Но это получается, чтобы забирать жизнь у кого-то. И что может сделать мой друг, чтобы помочь, чтобы этому коту было более легче, чтобы было легче в такой ситуации. И еще рассказала про историю про ручку своему другу. Чтобы кошка могла уйти спокойно. Да, часто мне задают такой вопрос. У меня была собака. По наследству мне досталось. Я не хотел, так получилось. Кто-то попросил позаботиться о собаке, и никто никогда не вернулся за ней. Помните? Тео? Классная была собака, умная очень. И мы с женой обсуждали это очень часто. Сначала у него там... С бедром что-то произошло, его задние ноги отняло, он не мог их использовать. Потом он потерял зрение, ослеп, потом оглох. И он тащил свое тело, забивался в угол и сидел там целый день. И потом он просто плакал, и это разбивало наше сердце. Просто жалобно так скулил. Не мог ни есть, ничего не видел, ничего не слышал, просто тащил, волочил за собой ноги. И когда нужно было ему сходить, мне приходилось выносить его на улицу, и он продолжал плакать, и это было очень-очень сложно. И мы тоже с женой это обсуждали. Это называется такое проявить милосердие и убить его, чтобы он спокойно, мирно умер. Потому что жизнь его просто ужасна. И еще и зубы, с зубами были проблемы. И чтобы вот вырвать эти зубы, там, $800, что ли, стоило. Это Америка. И мы говорили, обсуждали это. И я спросил учителя об этом. У него были... Он очень любит собак. И он все время заботится о них. Если... Человек настоящий, сильный буддист, если он понимает буддизм, если он на самом деле понимает буддизм, он поймет одну вещь. Быть слепым, глухим, калекой, беззубым, плачущей, рыдающей собакой дома у человека, это намного лучше того, что будет дальше. 99% того, что будет дальше, намного-намного хуже, чем вот эта ситуация. 99% намного хуже. Что произойдет после того, как он уйдет, он умрет? Шансы 99%, что это будет еще хуже, еще больше боли ожидает его. И поэтому настоящие буддисты, если вы на самом деле долго изучаете буддизм, медитируете, вы начинаете видеть другие миры. Вы никогда больше никого не убьете. Потому что то, что дальше, то, что будет там дальше, намного, намного хуже. Поэтому вы попробуйте удержать их живыми намного дольше, даже если они при этом страдают. И вы будете читать им мантры, и вы будете пытаться посеять семена. Дайте что-то им, чтобы они могли забрать с собой в то место, куда они отправятся дальше. Если вы не буддист, и вы не понимаете все эти вещи, или вы не уверены в том, что произойдет дальше,
Все, что вы можете видеть, это животное страдающее. Тогда вы должны, покончить жизнью, помочь ему. Если вы понимаете, если у вас есть глубокие учения, и вы понимаете, что шансы, каковы шансы, то тогда сохраните жизнь этому животному. И мой учитель, он купал эту собаку, у нее все волосы повыпадали, он продолжал заботиться о ней, он заботился об этой собаке почти весь день. Если вы не понимаете, то тогда это будет хороший поступок, помочь этому животному уйти. Если вы не уверены, если нет такого сильного учения в вас, и вы думаете только о том, что эта собака очень сильно страдает, то вы должны остановить ее боль, усыпить эту собаку. Зависит от вашего понимания. Моя жена усыпила собаку. Она усыпила собаку. И я такой, это твое решение. Если мотивация у вас при этом хорошая, и вы действительно хотите помочь этому животному, и вы хотите служить ему, тогда это хорошее семя. Тогда это хорошее семя. Вы должны использовать свою мудрость, и это такой не очень простой ответ. Не очень простой вопрос. И еще один. У меня блог, и люди задают вопрос. Что можно делать? Танцевать, петь, наслаждаться, зарабатывать деньги, заниматься сексом, есть, заводить детей. И никто не упомянул, что они хотят выбраться из сансары, из страданий. И они говорят, все эти вещи, они доставляют нам удовольствие. И люди находят смысл жизни в этих вещах. И очень сложно мне объяснить им, что они потеряют все это, когда они умрут. Итак, мой вопрос следующий. Вот эти все удовольствия, это как бы ловушки сансары или дары? Ловушки сансары или дары сансары? Может быть, это поможет им как-то проснуться. Хороший вопрос. Я думаю, что вопрос будет, ответ будет очень практичным. Как лучше всего помочь людям? Какой лучший способ помочь людям? Если кто-то приходит к вам и говорит, как получить бойфренда, как было так, чтобы секс был отличный, как посеять семена для хорошего секса, для лучшего, чтобы я пил лучшее вино, как посеять мне семена лучшего вина, лучшего наркотика. И вы такие, о, я буддист, никакого секса, никакого вина, никаких удовольствий, просто умрите хорошим способом. Я гарантирую, они от вас бегут подальше. Поэтому настоящий умный буддист, как мой буддист, как мой учитель. Я выучила от него сутру, я выучила тибетский, и также очень много практики. Он такой был очень практичный человек. Из всех лам, которых я встречала, он был наиболее самый практичный. Он отправил меня в мир бизнеса. И как вот, чтобы секс был хороший? Он такой, вы должны посеять семя. И это тоже система Будды. Начинайте с уровня человека, начинайте на их уровне. Если, конечно, это все нелегально или разрушительное что-то. Если кто-то скажет, как по-буддийски заработать, сделать бомбу, буддийский способ изобрести бомбу, то, конечно же, вы скажете ему, уходите. Но если это не что-то разрушительное, ну, например, хороший секс, или как пить лучшие вина, или получить хорошего парня или подружку, то тогда
начните на их уровне, начинайте на их уровне. Ой, у меня есть 4 шага для хорошего секса. И они такие: вау, мне нравится эта религия, классно. 4, у меня 4 шага для того, чтобы ты мог пить хорошее вино. И это система Будды, вот почему у нас 4 школы в буддизме. Это очень знаменито. Поэтому Будда, он практичен. Он цепляет на крючок эту рыбу и потом сжимает и выдавливает из нее все соки. Сначала говорите: да, у тебя будет хороший секс, удача, успех. Это можно назвать DCI. Хороший секс – это DCI. Нацепите их на этот крючок. Пусть в них зажжется вот этот интерес. И когда они получат рак, они уже готовы, и они знают эту систему. И вот тогда вы можете обучать их настоящим вещам. Поэтому у всего есть место, всему свое время и место. Каждое желание человека может быть использовано искусным учителем для его же блага. Мы не осуждаем людей, мы говорим: да ты вообще глупец, ты же умрешь. Зачем тебе этот секс, все равно ты умрешь. Вы говорите: давайте посадим правильное семя. Это здорово, посеем. И не стесняйтесь. Мой учитель давал вообще такие горячие ответы иногда, и я такой на него смотрел. Римпоче, ты монах уже там, я не знаю, 100 лет, и ты вот вообще про секс с этой дамой разговариваешь, он такой: ну что ж поделать. Он сам никогда в жизни не пробовал алкоголя. Мне повезло, я сначала попал в пристань, и я все там перепробовал. Все попробовал, все испытал. Мне кажется, я благодаря этому, может быть, стал лучше, потому что у меня был весь этот опыт. Поэтому опускайте на уровень, зацепите их на этом уровне. Останьтесь там с ними месяцами, годами. И тогда начнут возникать сложные вопросы, серьезные вопросы. У мамы рак, в моей стране война. И тогда вот начнут... Но сначала зацепите их на крючок, зацепите их в эту систему, и пусть они получат хороший результат, пусть они станут успешными. И вы будете там, когда они будут вас нуждаться. И вот эта идея. Зацепите их на крючок, когда они молодые, красивые, здоровые, и у них все в порядке с сексом. Останьтесь здесь, останьтесь с ними. И попозже они сами придут к вам, и они зададут вам серьезные вопросы. Понятно? Дедушка никуда не уйдет, босс вот тут пришел. Немного объявлений на сегодня еще. Если вы хотите стать кандидатом потенциальным для этого документального фильма, вы должны находиться 12-13 вы должны быть в Японии, потому что будут делать съемки, а то вы заполните это и вдруг на интервью. То есть вы должны быть здесь 12 и 13 декабря, потому что будут съемки. Я знаю, что вы заняты другими вещами. Если мы хотим соединить все учения в этом моменте, то, что мы называем живой ламрим. Что вы делаете в течение всего дня, и как вы выполняете свой ламрим в Киото? 3 вопроса, как мы хотим. Что, когда вы ходите, что вы видите? Откройте себя. Видите ли вы красоту? Видите ли то, что вам не нравится? Что хорошо в Киото, это все кругом, очень элегантно. Задайте вопрос, почему вы это переживаете, почему вы это видите, какие семена вы посеяли, чтобы испытать это. Найдите вот эти кармические корреляции. Используйте секретные послания, что Будда мне сейчас посылает, какое это секретное сообщение от Будды.
делайте фотографии, делайте видео и выкладывайте в своих социальных сетях и делайте хэштег Living Lam Rim и делитесь в Телеграме. И когда вы вернетесь в воскресенье, мы поговорим об этом с вами и поделимся тем, чем вы тут занимались. Glam Rim я прочитал. Я прочитал Glam Rim, гламурный Рим. Это шаги к гламуру. Да, живой гламурный Lam Rim. Здорово. Это такое glamping, есть такое слово, да? Дорогой кемпинг. Гламурный кемпинг. Итак, мы прислушались к вашим советам, и мы поменяли расписание. Так, Гешела убежал. Итак, мы будем давать обеты бодхисаттвы. Многие вас спросили, и 11 декабря мы будем давать эти обеты. Мы ничего не добавляем, но просто 11-го, это будет последнее. Те, кто онлайн, если вы хотите принять обеты, я знаю, что время ужасное, и если вы хотите получить обеты бодхисаттвы, то тогда вам придется проснуться ночью для этого. И это важно, потому что кому-то я вам обещал, после сегодня мы переходим на другое место, поэтому не приходите, не возвращайтесь сюда в воскресенье, мы меняем место, потому что здесь никого не будет. Вы можете тут с японцами попрактиковаться, с японскими волонтерами. Но если вам нужен Lam Rim, то это в другом месте, отель Акура. Если у вас вопросы, то в телеграм-чате все будет. Немножко расписание будет различаться, потому что они с нас снимают дополнительные $1000 за каждый дополнительный час, поэтому мы пытаемся немного сужать. И в воскресенье мы будем отмечать 30-ю, оговорился, 80-ю. И у Гешела будет особое выступление, как он видит все эти ACI и все организации единого мировоззрения в следующие 30 лет. И это будет днем. Вроде ничего не упустил. То есть здесь мы последний вечер с вами в этом месте. Мы почистим всю комнату, мы уберем все стулья, снесем их справа, потому что мы дали обещание, было бы здорово. Всем спасибо, что вы... Я знаю, что у вас нет выходного, но возьмите себе выходной. Наслаждайтесь вашим днем в городе и, пожалуйста, пишите ваши специальные сообщения и ваши сторис. Увидимся в воскресенье. Now and then I call your name, and suddenly your face appears.